Ключ мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня, есть ты, не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море. Открывал читательский марафон Алексей Текслер. Выбор главы региона пал на отрывок из стихотворения «Бородинская годовщина». Великий день Бородина мы братской тризной, поминая, твердили. Шли же племена, бедой России угрожая, не вся ль Европа тут была, а чья звезда ее вела? Ну, стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор. В формате видеоконференции прочитали стихи Пушкина жители Магнитогорска, Сатки, Октябрьского и Агаповского районов. Студент Института искусств имени Чайковского Виталий Лежнин выбрал для прочтения стихотворение «Признание». По мнению молодого человека, это произведение до сих пор недооценили. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Мне кажется, очень недооцененным, в отличие из многих его. В школьной программе его не проходят, а из артистов, которые как бы читали его, наверное, можно вспомнить только Андрея Миронова и Смоктуновского. Признание у Пушкина достойно внимания. Присоединиться к марафону предлагают всем жителям. Нужно записать видео с любым произведением Пушкина и выложить ролик в социальных сетях. Сегодня в Челябинске на разных площадках города проходят пушкинские балы, мастер-классы, викторины. А уже ближе к ночи челябинская телебашня засияет лицами героев произведения Пушкина. Василий Ермоленко, Максим Курочкин, 31 канал.